Хей, окей, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру по названию Devil May Cry 5, либо просто DMC5. Миссия 10, пробуждение, замечу. Так, ладно, сюжет. Все началось в визите Ви в Devil May Cry, где он нанял Данте, чтобы разделиться с владыкой демоном Уризаном. Теперь же Ви, остановив Нейра, нашел Спарду рядом со его владельцем Данте, который, похоже, впал в кому после битвы. Вставай! Ты должен спрятаться, Данте. Что бы ни случилось, не выходи. Мне нужно найти Вергилия. Скоро вернусь, обещаю. Я знаю, тебе тяжело. Прошу, послушай. Будь большим мальчиком. Мужчиной, ладно? Если я не вернусь, беги. Сам, без меня. Возьми себя другое имя, забудь о прошлом и начни новую жизнь. Стань кем-то другим. Новым человеком. Вергилий, где ты, Вергилий? Воу. июня, 10:37. Я же думал, ты меня на шашлык пустишь. Я знаю, что ты упрямый малый. Я решил, что только так получится тебя разбудить. Какое сегодня число? 15 июня. Месяц прошел, да? Как ты живой еще? Неудивительно, что руки затекли. Так, спящая красавица шевелится. Пора топать, а то еще прыщ. Если кто-то подберет его. Раздевять как таракан. Это моя работа. Не вмешайся в нее. Если бы ты убил Уризана, мне бы и в голову не пришло использовать мальчишку. Наверное, он говорит, не впутывай в это. Ну, Уризан оказался куда сильнее, чем мы ожидали. Пятнадцатое мая, 16:44 месяца назад. О, нихера себе. Чертовски очаровательная треш. Ну и вонь. Да уж, пахнет горящим мусором. Все куда хуже, чем я думал. Нет ничего зазорного в бегстве, Ви. Тут будет чрезвычайно жарко. И вправду. Дальше дело за вами. Чего-чего? Ты что? Ну ты... даешь, Ви. Сколько сюда топали, а теперь ты сор... Так. Предосторожность никогда не бывает лишним. Кто это был? Поверить не могу, что он взял его и сбежал. Никто, забудь. Пошли про разгрести эту помойку. Кто первый увидит демона, тому и... Так, вот это... Скорее, Данте. Значит, смогу своими глазами убедить, что это и правда ты. Смена игрока Данте. Выбор Данте. Уничтожьте врага в оружии и навыков, так делай упорное зрелище и стиль. Здоровье сферы, так, останутся при вас. Ага, сюжет. Все началось. Вас. Мечи. Стволы. Ни хрена себе. У нас с вами мечи есть и стволы есть. Давайте пробуждившийся. Начнем тогда. У нас 50 кусков, если что, есть бабло. Так, стрелок стиль с акцентом на оружие дальнего боя. Позвольте держать станцию в бою. Позволяет. Так, а я этот вебку запустил, не запустил, я уже забыл. Кажется, запустил теперь.
Или сейчас выключить, сейчас катсцена, да, должна быть. Ага, смена оружия. Оружие можно менять в любое время, нажмите так Q, чтобы сменить оружие дальнего боя, и E, если сменить оружие ближнего боя. Используйте оружие, и порядок можно изменить на экране персонажа. Неужели за всеми этими стоит тот тип? Что ж, о вкусах не спорят. Но это подземка, поэтому у нас быстрый геймплей. Ни хрена себе. Ну, давайте пока что так. А дальше по пути разберемся. Не, все-таки эти... Так, приемы стиля. Используйте Z для смены стилей. Чтобы выполнить прием стиля. Используйте та-та-та. Далее. Сменить стиль Z. Обманщик. Стиль с акцентом на мобильность дает больше свободы боя. Стрелок. Стиль с акцентом на оружие дальнего боя позволяет держать дистанцию в бою. Ни хрена себе. Мастер клинка, стиль с акцентом на оружие ближнего боя. Используйте мощь комбо для уничтожения врага. Подожди, а это у нас что? Мини-так. Гвардеец. Стиль с акцентом на защиту. Так, переломите ход боя быстрее. Так, оборона. Расхода шкалу. Форма демонов, блокирующие вражеские атаки. Так, если брать, тогда нам нужно... А где монстры? А, я понял. Так, значит, теперь мне нужно С. Ну, такое. Пока что специфическое чувство. Про его по борьбе. На самом деле, непривычно. Ну, типа, кулаки не намного быстрее. Чем размахивать мечом. Посмотрим, что будет эффективней. Большое место. Форма демона. F, когда шкала FD заполнится до 3 уровня или выше, чтобы активировать формулу демона. Я не хочу формулу демона. А, ну давайте. О! И чё, она типа работает? Давай, давай, давай. Ah!
Так. Ай. Он как бы, знаете... Частично сам переключается. Странно, странно он передвигается. Типа заданты вообще должны быть динамическими, но что-то там... Такое. Ну же, Данте, пропустишь самое интересное. А, то есть... Когда я иду вперед, он ногой бьет. Подожди. Я на... Он на ноги переключился? Персонализация. Так, ладно, навыки. Стволы. Изменить. А мне изменять тут нечего. Покупать тоже нечего. Давайте мятежника. Изучить, да. Эйбон, кулаки не буду прокачивать. Гвардеец. Стрелок. Мастер клинка. Как же здесь все специфическим? Чейда. Чейда. Расход. Мятежник. Жало. Миллион ударов, завершенный рынок, так. Качать. Покачать. Нет. Нет, я сказал. Пистолет. Мастер клинка. Давай. Айбан, изучить. Изучить. По способностям не хватает. Нет. В принципе, могу кулаки только прокачать воздушный удар, да? Пускай будет. Закончить персонализацию, да. А как мне переключиться обратно на руки? Странно, ладно. Данте, ты осторожно. Ключи распри, хаос. Так, а теперь давайте его уничтожать.
Тихо, он раскручивается. Мне показалось. А смотрите, ноги они помощнее будут. Что такое, попламывал тебе твои эти зубки? Легко. Только не знаю, почему он только колющие атаки делал. Это ж слабо, только колющие атаки. Да, денег мне мало дает. Призы. О, бежал. Ой, я не хотел. Эта штука скоро закроется, нужно спешить. Нечестно, нечестно, нечестно. Давай, давай, нажимай просто рандомные клавиши. Готово. Так, а теперь мне нужно быстро как-то передвигаться, да, туда. Ой. Фец, оно жесткое. Я не успел доломать? Плохо. Ты можешь закрываться, я уже все сделал. Говорили, скоро закроется, напугали меня. А ты этот такой? Давай, поехали. Странно то, что я прокачал меч, но быстрее атакует у меня этот. Давай, давай, давай. Не, он жестко разносит. Пойдешь С, да, это? Пойди. Я не помню, что отвечает за быструю атаку. Ох ты ж, ё-моё.
Тихо. Не-не-не-не-не. Переключайся, переключайся. Тихо, переключаемся. Убиваем эту херь. Готово. На сишку. Хотя бы на сишку. Так, отхилиться. Вот опять, теперь у меня руки. Теперь у меня сила в руках. Давай, 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 атакуем, атакуем. О, крови напились. Впервые вижу, чтобы они начинали кровь пить. О. Давай, 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 давай. Изи. О, кусочек ярости. Мы выполнили на си-си-си-си. Готово. А, не, еще не полностью собрали. Не так уж мне ее много. Производство крови. Еще на выборах? С ума сойти, они уже здесь. Дамочки-то работают оперативно. Так, кровь ты взял? Взял. Давай переключимся на ловкость. Так, а вот эта херовина стоять. Давай, 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 давай. Все, косточки сломали. Давай, 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 мне... Но кулаки посильнее будут. О, а что такое, щит не выдержал? Не, руки есть жесткая сила. Да черт. Второй. Что-то он там... Ах ты, зараза. Второй поехал.
Давай, 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 давай. Побегзда. Минус спинка. Не, кулаки жесткость, херь. Мне интересно, как она босс будет разваливать. Я, конечно, буду это все делать в демонической форме. Чтобы было быстрее немного. Да, это ты атлет. О. Либо новый враг, либо босс. Босс. О, не, враги, враги. Что-то у меня плохое предчувствие. Горящее безумие. Адский пиромант. Адский пиромант, да? Плохо, плохо, плохо. Ну-ка, давай кулаки. Вниз. Разорвал. Давай переключаемся, переключаемся. Не даем муравьям подойти. И не даем ей в агрессию пойти. А, рвал. Блин, я не понимаю, записываю я свою ебало или нет. Не, перчатки мощные. В следующий раз прокачаем руки. Ой, кристалл жизни. У нас уже их сколько? 13 сфер. Да, я, похоже, играю на очень легкой сложности. Поэтому и никаких проблем у нас нету. Ага, наверняка тут кое-что кто есть, подсказывает чутье охотника. Там. Что-то мне подсказывает, что... А я туда хотя бы пошел. Ну да, обратного пути нету. Пускай закрываются. А здесь секретных проходов где-то должен быть. А, вон он, секретная миссия. Ну, давай попробуем. Стреляй, чтобы убить с одного выстрела. Интересно. С одного попадания грохать. Но это нужно критическое место. Плюс
Я не помню, чтобы я хоть один раз с одного выстрела убивал кого-то. Посмотрим. Так, 30 минут уже. Цельтесь в уязвимые места, чтобы свалить их с одного выстрела. Как-то быстро. Я нормально? Приятель. А я в голову стрельнул. Нет? Как бы я в голову стрельнул. А как можно с одного удара убить? Ладно, с одного выстрела. И ясно. Что за блять? Переиграть. Ну, стрелял аж нормально. То есть ножниц сломается и сразу я проиграю. Давайте 5 выстрелов с дробовика, а потом на пистолет переключимся. Раз, два, три, четыре, пять. Блять. Окей. Заюзаем тогда 4 раза выстрел дробовика. Раз, два, три. Три. Я уже 3 сделал выстрела. Как? Это сложно. Целься в уязвимое место, чтобы убить с одного выстрела. Теперь хватает всего лишь 4 выстрела, чтобы это сделать. Хорошо, давайте тогда делаем 3 выстрела обычных с дробаша, остальное с пистолетика. Раз, два. Я не понимаю, я не понимаю. Раз, два, три. У них слабое место к башка. Сука. Последний раз. Нет, все. Раз, два, три, четыре. Плевать. Давайте еще раз, хорошо. Это уже точно все последний. Слабое место. У них голова слабое место. Маска их не слабое место. Раз, два, три.
Все. Нахер мне это надо, все. А, мы ладно, мы поняли хотя бы более-менее. Дробовик нужен только на вот этой фазе. Какого хера ты переключился на дробовик, алло? Даун. Так, мне это бесить начинает. Стоит тут дрочиться. Все. Не хочу. Короче, С. Это у нас способность стрелять. Хорошо стрелять. Или это В. Вам побежали. И опять я здесь. Черт, да чего же запутанное место? А мы вернулись туда и там, где остановились. А, это блок. Здравствуйте. Это платформер. Да? Нам сюда. Ну, это легко. У нас двойной прыжок есть. Или за тем сгустком тоже сходить. А, я плюс еще кристалл получил. В смысле? Вы что, меня обманули? Я тут посмотрел и подумал, что тут сгусток энергии, алло. Пришел, там его нету. Ёпсики. Да, я уже близко, я чувствую его. Арена, давай. Готово, я понял. Классненько, классненько. Так, мне приятельно тебя посрать.
в большой колокольне. Давай переключаемся. Минус. Ну, убей его. Бам, бам. Все, минус щит. Тишка. Так, сходим за ХПшкой. Осталось немного. Мы уже близко. Так, отхилиться. Ну, скорее всего, мне еще дадут этот телефон. В скобочках часы, чтобы это восполниться. Да-да-да. Вот и они. Так, ну в принципе у нас кулаки, да, юзабельные. Поэтому. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. Тащи дракон. Так. Прыжки с ударной волны оружием ближних врагов. Так. Вот эти еще два вкачаем. И у меня еще семерка остается. Давай тебя тогда еще. Как будет. Да, закончить персонализацию, все равно денег уже нету. Я уже близко. О, и денежку дают. И энергию дают. Да, мне это пригодится. Потому что сейчас будет боссик. О да, знакомое чувство. Это точно оно. Это точно он. Ну, если буду с ним до конца... Так-так. Вала владыку дерьма и вони. Впечатляет. А справился с двумя самыми опасными девчонками. И я знаю только одного парня, который это отпустил. Джекпот. Данте. Ох, часу будет весело. Если ты будешь и дальше так слабо атаковать,
то я думаю, меня надолго тут не хватит. Аэрболы полетели. ЮТВ, надеюсь, тут тоже нету. И тогда пришел Нейр. И тут у нас началась основная серия. А я думал, я буду с ним сейчас драться. Окей. Дали нам сразиться с боссом. Наверное, со главным меню. Сейчас посмотрю, что нового. Нам должны о протелку дать информацию. Так, значок стиля в левом верхнем углу экрана позволяет, сколько у вас осталось заряда шкалы заряда. Так, поехали, галерея. Следующая у нас там миссия причина, если я успел прочесть правильно. Так, отчеты кино. Так, нет, мы сюда попозже, библиотека. Письмо Моррисона. Вскоре я узнал, что старина Тони открыл собственную контору, Devil May Cry. Я выяснил, где она находится, и надеялся туда с визитом. Встретил там Санданты. Там-то я и выяснил, что это его настоящее имя. Скажу я тебе, тогда и начался наша крепкая дружба. Я никогда не верил в демонов и прочую ересь. Но стоит хоть чуть-чуть побыть в компании этого парня, и сразу узнаешь много нового. Еще я познакомился с леди. Понимаешь, деньги всегда жгли Данте карман. Вот она и подкидывала ему информацию, а иногда и работенку. Разумеется, не прекращая при этом ворчать. Глядя на них, было трудно догадаться, что этих двоих много связывает. Не отношения или дружба, подобная чепуха. Нет, скорее, они оба хорошо понимают, через что им пришлось пройти. Я сработал так. Я пробовал узнать больше окольными путями, но эта парочка от вопросов уклонялась не хуже, чем от пули. Так они не очень-то любят вспоминать прошлое. Однажды леди обволнила о ком-то разрыве кровных уз. Она ушла в жуткий запой и упоминала, что им обоим пришлось убить своих родителей. Данте убил брата, а она отца. Не знаю, огорчилась ли это... Так, ограничилось ли это дело? Полагаю, я могу разузнать больше, и в конце концов это по моей части. Но я не из тех подонков, что копают в прошлое своих друзей из праздного так любопытства. Поэтому я все списал на выпивку. Дама нажралась и сочиняет какие-то небылицы. Пойти. Данте спас ее во время одной работенки. Ей некуда было податься, поэтому она регулярно захаживала в первую контору. Devil May Cry. Черт, если бы она там бы все выросла грязью, Данте на уборку наплевать. В результате малышка нашла свою потерянную маму, и сейчас они считают, как счастливо живут под одной крышей. Хотя говоря, она все еще время от времени докучает Данте. Там маленькая девчонка, там можно посмотреть аниме про Данте. Девчонка не боится прямо говорить ему, что она думает о его лентяйстве. Однако, по словам леди, она бывает радостной и энергичной. Так, посмотрим, что еще известно. Похоже, ей недавно стукнуло 18. Пользуется популярностью в школе и у парней. Черт, кажется, она их всех отшивает. Ну, это нам никак не поможет, да? Ладно, проехали. Документы. Отчеты. Так, предметы. Оружие. Данте. О, нихера у Данте оружие. Мятежник. Меч, который Данте унаследовал от своего легендарного отца, темного рыцаря Спарты. Я далеко не гуру по части демонических мечей, поэтому много не расскажу, но в одном я уверен. Это необычное оружие. Не думаю, меч Ямато, что у тебя сперли, может отделить человека от демона. Думаю, этот меч тоже имеет что-нибудь эдакое. Но что именно, мне пока выяснить не удалось.
Балрога. В подземном мире есть местечко под названием Адское пламя, которое правил жуткий зверь Бериал. Говоря, после его смерти троном завладел еще больше ублюдок по имени Балрог. Ну и ему не повезло, наш дружок Данте отдалил его как бог черепуху, как бог черепаху, добив его силу своей дьявольской оружие. Так, одного взгляда на эту штуку накапливается пламя, для этого достаточно, чтобы так понять, это сила владыки огня. Жар этой хреновины за секунду спалил бы любого, но только не Данте. Ему не впервые управлять горячими штуками. Я помню такую руку в игре Dragon Nest, но ее еще закрыли, если брать именно Майлуру версию. Пожиратель мира. Там тоже было типа оружие такое. Эбон и Эйвори. Так, пара прекрасных пистолетов изготовлен Нелл Голдштейн, ружейцей и бабушкой одной не менее талантливой внучки. На первый взгляд может показаться, будто они различаются лишь цветом, но это не так. Айвори предназначена для быстрой стрельбы, а Эбони для прицельной. Будь у меня возможность, я бы с радостью их разобрал, чтобы узнать, как они работают, но сейчас не до этого. Черт, бабушка была просто волшебницей. Господь распирает. Ой, подожди, там еще кажется этот... Да-да-да. На оружиях, видите? Фоточки. Койт. Койот. А. Данте модифицировал обрез, превратив его в оружие против демонов. По сравнению с красавицей моей бабушки, эта штука настоящее варварство. Варварство. Видел, как она стреляет. Отстреливает из нее демонов. Это как зажигать сигарету огнеметом. Это нормально, чё? Конечно, да, это жестко, типа по разрыву, но такое нормально. Не пойми меня неправильно. Я могу сделать столь же мощное и куда более красивое оружие. Правда, Данте, все эти украшения до лампочки. Так, все, да? Уви, ничего не появилось. Так, по врагам. Эмпула. Адский пиромант. Знаешь, из горящих недр вылезает много всяких страшных тварей, но эта гадина, это что-то с чем-то. Видишь камеру сгорания у нее на спине? Штука в том, что когда она так плюется огнем, то загорается. Да, интересная конструкция, мне нравится. Конечно, если захочешь разнести этих уродов на кусочки, я против не буду. Целься в камеру сгорания у них на спине, чтобы затушить пламя и сделать их легкой добычей. Легкие добычи. Хаос. Очередная ящерица, выползавшая из какой-то задницы подземного мира. Шипы на спине твари подобно огромным зубцам пилы, и она с радостью пускает их в дело. Шипы острые, но хрупкие, поэтому старайтесь сбить их в первую между... Их в перерывах между уклонением от ее атак. Ах да, у нее еще и в груди находится какие-то мешки. Нейротоксина. Отходи, когда существо пытается выхаркать какую-то гадость. Она опасна. Я что-то вообще не замечал, чтобы она меня плювала. Так, давайте по героям. Ой, там два героя. Кстати, враги-боссы. Нет, хорошо. Героем Данте. Похоже, что каждый разговор о Данте начинается с слов «сын легендарного темного рыцаря Спарда», а по-моему, Данте и сам та еще легенда. Приходит к нему эдакий тип по прозвищу Ви. Появился как черти из таберки и поручает сбегать под землю, украсть Ямато у владыки демонов. А тот ведь сам украл его у Нера. И тут неожиданно поворот. Даже Данте не сможет с ним справиться. То есть порубили его в капусту. Это еще раз доказывает, что идеальный мужчин не бывает. Тапон. Данте в форме демона. Если ты демон и видишь такое, то сразу понимаешь, что тебе кранты. Это типичная картина Данте делает дело. Может, он демон только наполовину, но так как эта половина принадлежит Спарде, то получается очень взрывная мощь. Большинство полноценных
Так, демонов просто порвет в клочья. Он не только быстр и силен. Всех и каждого. Он и раны свои лечит, мгновенное око. Полный набор для убийцы демонов. Так, Триш. Триш, партнер Данте. Я в женщинах не разбираюсь, но она не настолько человечественная, как кажется. Ну, то есть, нормальные люди не стреляют молниями по желанию. Говорят, что во время событий в Фортуне она внедрила в Орден Меча. В Орден Меча тогда они и с Неро впервые встретились. Она говорит, что когда он встретил меня, он был таким неопытным. Что бы это означало? А, не знаю, это двухсмысленно, слушай. А ну-ка. Я хочу меч посмотреть. Короче, у нас на выбор был, если что, Данте. А, Данте, да? С таким вот мечом и в черном костюме. Или белый костюм, я не помню. Так, раненая Триш. Триш, конечно, все еще... Так, вся из себя демон, но даже ей было не под силу завалить большого босса. Конечно, Данте тоже задницу надрали, но и... Я не надеялся, что кто-то из девчонок хоть разок всех спасет и победит. Всё, да? Опа, еще появился. Ева, последняя. Мама Данте, та самая женщина, на которую запал... Так, запал темный рыцарь Спарта. Ух, какой же... Сыпай, она... Так, надо быть, чтобы за тобой ухлестнул легендарный темный рыцарь. Видимо, женщина... женские инстинкты ею так завладели, что так обнимашки с демоном ей уже были нипочем. И получается, все, мы по героям все открыли. Нам по врагам и по оружию еще по Данте оружие не нашли. А в принципе, все остальное мы сделали. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Следующая у нас причина — миссия. Поэтому всем пока.